фильм открытия 75-го Венецианского кинофестиваля «Человек на Луне» Дэмьена Шазел. Картина о миссии «Аполлон», о первом человеке на Луне Ниле Армстронге и о людях, без которых этот полет бы не состоялся. Супругу Армстронга Джанет сыграла Клэр Фой, которую уже пророчат «Оскар» за лучшую женскую роль второго, а может и первого плана. О своей героине Джанет Армстронг актриса рассказала в интервью «Кино ТВ». Что привлекло вас больше всего в Джанет Армстронг? Из-за чего вы решили взяться за проект? Меня восхитило ее отношение к жизни. Она, очевидно, перенесла много потерь, а ведь она совсем не к этому готовилась. Она думала, что, выбирая Нила, она выбирает нормальную, спокойную жизнь, а не ту, в которой люди могут исчезнуть, погибнуть в любой момент. А подобное могло произойти с Нилом, с его друзьями. Джанет постоянно находилась между жизнью и смертью. И тот способ, которым она с этим справлялась, проживать каждое мгновение, собираться с силами и фокусироваться на своих мальчиках. В ней было столько достоинства, и она была замечательным другом. Это же твоя мечта. Первым пройтись по Луне. Что может быть круче? Кажется, что отношения Джанет и Нила и по накалу, и по драматизму ничем не уступают лунной миссии. Что мне нравится в фильме, так это то, что он показал историю этого брака, этих отношений не такой идеальной, а людей не такими замечательными. Этот брак был сложный и вовсе не идеальный, и я это очень ценю. Фильм никого не пытается вогнать в депрессию и сказать, что брак Нила и Джанет был катастрофой. Нет. Вопрос в том, почему они остались вместе. Почему все остальные пары остаются вместе? Я думаю, особенно в 60-х и до недавнего времени люди многое хранили в секрете, что было проекцией их перфекционизма, идеального представления о себе. Это как раз случай Джанет и Нила, которые должны были быть мистером и миссис космонавтами, идеальной семьей с двумя детьми. В такой картине не было места грусти или несчастью, люди хотели выглядеть идеально. Сейчас мы более открыты и понимаем, что за любой проекцией, которая выгодна правительству или церкви, или кому-то еще, всегда есть настоящая история. Сегодня мы готовы копать чуть глубже, и это то, почему эта история становится интересной. Лучше 100 раз ошибиться на Земле, чем 1 раз в космосе. Это не просто полет, Нил. Ты не на прогулку идешь. Папа, ты вернешься? Вы можете согласиться с тем, что «Человек на Луне» — фильм во многом про вину и про раны, которые мы носим в себе? Он весь об этом. Если бы у Нила не было потерь, такого духа, он не был бы первым человеком на Луне. Жизнь так складывалась, что если бы он не испытал всех утрат, если бы его ближайшие друзья не погибли на «Аполлоне-1», он ведь не был создан для этого. Но история в том, что серия катастроф и травм привели его к тому, чтобы оказаться на Луне. При этом он не возвращается на Землю счастливым и излечившимся от одиночества или несчастья, но он осознает, что хоть он и попал на Луну, его боль никогда его не покинет.